Всем привет, ребят. Ну что, не знаю, не то что осуждаю, у меня просто дофигища мата накопилось. Но это просто, я не знаю уже, как это назвать. Тысячи с лишним коробок я переролил, чтобы вытащить одну SS-ку, пятую. У меня выпало, наверное, штук 20-30 четвертых. Обряд лечения тоже один упал. Все. С остальных топовых нифига не выпало. Вот просто тупо нифига, и вот еще один спектр выпал. Три пятых таланта за 1000 коробок. Ну это вообще что-то, вот шансы, знаете, просто зашкаливают. 1000 коробок надо, блин, я не знаю, около часа потратил, пока переролил то одно, то второе. Но это просто жесть какая-то. Вот какие шансы должны быть, вот я не знаю, без донатов 1000 коробок. Да, это можно сделать, у меня на некоторых аккаунтах есть там по 100, по 200 без доната собраны. Но, блин, камон, 1000 коробок, и еле-еле-еле я словил сюда СС-ку. Короче, no comments. Спектр мы потестируем, я покажу вам его в действии, сам хочу полностью разобраться, потому что, как обычно, и по таланту нового героя нифига неправильно, ну, нифига непонятно, не дописали, не объяснили. И по чарке то же самое, непонятно каким образом, сколько чего работает. В общем, IGG, и тут нечему удивляться. Я показал вам сборку героя, такую вот сборка, ПДшка плюс пакт плюс седьмая суперсила. Сейчас я... В общем, мы сливаем топовую прокачку, сливаем и ставим вот так вот. А плюс... От хила у нас 180%, то есть практически в два раза от хил будет увеличен, плюс понижение входящего урона. Даже в такой вот сборке она уже будет намного лучше, нежели предыдущая. Все равно смотрите, что делают. Смотрите, что делают демоны, просто сливают на изи. Вот поэтому, как бы я и говорил в предыдущем видео, что нету смысла ставить какую-то атакующую сборку. На сегодня это не актуально. Факт. По сути, нифига не даст. Да, она будет круто дамажить, она будет просто шатать вот так вот, но ее тоже будут шатать. Зефир вроде и был, посмотрим сейчас отхил. 400, нифига себе отхил, это мне нравится. Вот знаете, было бы еще эпичненько, если бы она снимала с себя негативные эффекты, это вообще был бы топчик. Но, к сожалению, она с себя негативные эффекты не снимает. Ну, зато есть ворожей, допустим. Вместе с ворожаем сейчас посмотрим, что у нас получится. Какие плюсы и минусы данного героя. Бьет по цели, то есть она вот просто жестко. Ну, честно говоря, я вот офигеваю от этого героя, насколько она дамажит. Минус то, что она вроде как бы и дальник, но и по сути не особо дальник, даже, наверное, ближнего боя. Летающий герой... Автопрокер однозначно плюс, но то, что она бьет одну цель, вот эта вот заморочка, это, конечно, тоже не особо интересно, но потом, когда она доходит до той цели, какая надо, там просто жесть начинается. В общем, вот с СС-кой, я вам скажу, довольно-таки неплохой вариант уже, если так рассмотреть, она уже не так сливается. Конечно, у меня она собрана на точность, я не хочу ее собирать... на уклонение пока что, потому что мне больше надо, чтобы этот герой дамажил. Но с уклонением она будет очень крутая, ее будет сложно слить, но и точность ей тоже нужна. То есть тут вариант, либо вы уклонение добавляете питомцем, как это сделал я, по сути, и у меня точность и уклонение сейчас на герое есть, либо же вариант ставите созвездие и ставите еще супер питомца. Ну, все индивидуально. На разные локации надо разные вариации, от этого никуда не денешься. В общем, у нас сейчас тест будет максимального дефа. Так, на ком мы там зависли, что-то я не вижу. Что там такое? Бард, что ли? Я не вижу, мы так зависли. Да, походу. Я не посмотрел, отсюда не видно. Судя по всему, да.
То есть, как видите, Барда, она все равно не сливает, как и все, даже если у вас там будут мега топовые герои. Пока IGG не пофиксит этого героя, как бы, ну, ничего не поменяется. Так, смотрим. У нас пока что только SS-ка стоит. Ну, вот видите тоже, когда толпа бьет, она ничего толком сделать не может. Пока переключится на одного, на второго, на третьего. Но ее тоже убить нельзя. Это у нас просто ПДш. Да я же говорю, это имбалансный герой. Посмотрите, что она делает. Что она чудит в такой сборке. И вы еще хотите сказать, что это не топовый герой, но Зефир просто отлетел. Сейчас постепенно и все остальные, я думаю, поотлетают. Просто жесть. Я в шоке. Так, ну давай, Огник, затащи хотя бы ты. Один герой против скольких там героев. Просто пипец, ребят. Вот это вот уже что-то интереснее намного. Вот это называется более топовая сборка. Да, и герой просто тупо залетает. Фрейя он топовая, 30-го. Огника мы уже слили, Космо был. Сейчас посмотрим. Она, наверное, на Фрейе вот задержится. Вот то, о чем я говорил. А, там еще и Роза есть. А, какой минус данного героя? То, что она фокусируется на одной цели, вот если будет Фрейя, она будет все время подкидывать голубей, и этот герой по сравнению с Мэри не настолько будет дамажить по всем. То есть Мэри, допустим, она дамажит по зоне, зонально. Этот герой дамажит по одной цели. И вот что вы видите, так, это мы, по-моему, Розу там пробуем разбить, развалить. У нас получается... И фига у нас. А, мы все? Не, не разобрали Розу. Все равно кого-то дамажит. Розу, походу, дамажит. Не может ее убить. Ну, тут еще блокирует ее, но сама суть. Ее не убивают, и она уже не убивается так просто. Ну, конечно, один герой в такой вариации, это немножко не то. Давайте попробуем подкинем Мухрона, Барда. У нас будет под хроном. Если, конечно, будет. В данном случае Мэри вот в таких вариантах, конечно, круче будет. Но Мэри не настолько, мне кажется, универсальная, как этот герой. Этот герой именно один на один. То есть это чисто пвпшный крутой герой, который будет решать вот реально очень многое. Но есть вот это но, то, что он бьет по одной цели. Если он не на того, на кого надо заагрится, если, допустим, заагрится на культиста того же самого, он на нем зависнет. Ну, тут понятно, тут мы затащили. Под разгонами, под бафами герой просто пушка. Так, пробуем против Мэри. Ну, вот видите, просто на реке шатанули так, как надо, потому что у нас сборка на атаку. Такс, хорошо, поехали. У меня огненки нету, я надеюсь, мы сейчас огненку полчаса не будем искать. Берем ПДшку, ставим огненку, так как у меня скина еще нет. Однозначно я буду делать одну с огненкой, одну с ПДшкой, точно так же, как и лисичку, и многих героев, которые дамажат очень много. Этот герой сам по себе офигенный дамагер, поэтому тут варианта, скажем так, что-то сделать другое, но просто на сегодня нет. Возможно, что-то поменяется, тогда будем уже менять опять. Но пока... Огненка и ПДшка самые такие оптимальные варианты для этих героев, потому что они должны быть универсальными во многих локациях. Так, ну давайте. Нифига себе, Сандер выпал. Так, Sacred Light, это понятно. Я все-таки хочу Огненку. Огненка плюс ПДшка вариант. То есть, ну, Огненка, она самая такая интересная. Подарки у меня есть, можно будет даже эмблемы поставить. Просто эмблема Огненки, эмблема подарки намного, например, круче.
исходя из этого. Можно смело ставить, если вы хотите на PvP локации, чтобы сразу включалось, ставить ремочку, и будет вам счастье. Вот то, о чем я говорил, что просто тупо нифига не падает. Вот я не знаю, что они сделали с этими шансами, но нифига толкового нельзя выбить нормально. Просто вот тупо теряешь полчаса, час ради какой-то там таланта, ну, эмблемы, я говорю, эмблемы, чарки. Просто тупо. И еще ресурсов надо реально дофигище просто. Вот давайте такой вариант с пактом. Сейчас, по идее, мы должны отлетать на отражалке только так. Так, входящий дамаг, как видите, уже в разы стал меньше. Огненка плюс СС-ка, она уже может свободно более-менее держаться. На нас уже кучу дебафов накидали и слили практически. Не практически, а слили. То есть надо еще дальше доусилять от других героев. Ну, пакт сам по себе печальненькая тема, но смотря для чего, для некоторых вариантов можно качать. Так, на кого попробуем напасть? Давайте попробуем, начнем с Зефира. Так, Лис опять дамажит. Зефир дамажит. Нам не дают ударить, но и нас сложно убить. У нас отхил. Я не знаю, там Лис бьет, не бьет, но посмотрите на отхил. Такое ощущение, что Лис не режет отхил. И он нифига не может сделать. То ли миссует. Надо посмотреть, что там, какие эффекты. Потому что герой новый, я еще не знаю, какие эффекты есть. О, наконец-то слили. 30 секунд. Ну, надо было выпустить еще других героев для сравнения, чтобы вы просто видели разницу. Такс. Мэри воодушка. Фрей воодушка. Давайте начнем. И Зефир. Вот опять этот же самый минус. То есть, да, она дамажит, все круто вроде как бы. Но вот видите, она фокусируется на одной цели. У нее нету урона, который бы дамажил по зоне. Вот это вот один из самых больших минусов этого героя, который уже есть. Но меня это нисколько как бы не печалит, не волнует. При определенной прокачке самое главное, что она сливает очень круто, очень таких, скажем, противненьких героев. Так, теперь у нас вот такая вот сборка, максимальный деф, который может быть. Будем тестировать, смотреть, что у нас в итоге получится. Ну, вот вам уже пример урон от Фрейи. А плюс у героя есть еще собственный деф. Так, Зефир, Огник. Ну вот, то, о чем я говорил. Знаете, вот если сделать еще на героя нет уклонения. Если на героя сделать еще классное уклонение, все. Вы, это то же самое будет, что этот, что Барт. Выпускаешь такого героя соло, даешь ему нормального супер питомца, офигенный, да, все. Ну вот, даже Лис включился. Ну давайте, ребята, попробуйте нас удивить. Я не знаю, что дальше. Посмотрите на входящий дамаг. Это реально смешно просто. Но они нифига не могут сделать. Ну просто тупо еще есть юниты. Единственный минус — это юниты. Ну юниты — это битва гильдий. На атаке фортов, на PvP локациях этому герою просто пофиг будет. Вот реально просто пофиг. Потому что там нету юнитов, и там сразу же герои будут отлетать. Если поставить ремку, то есть ремочка, она сразу включается, все. Вы просто в кайфе себе ходите и смотрите на это все. Ну вот вам явный пример. Они нифига не могут их сделать.
Давайте посмотрим сейчас на топах. Может, кто-то есть топов в сети. Пробуем на кого-то напасть. Ну вот что-то есть, правда, они все. Так, смотр ударил, недомогание сработало. Но тут вот видно сразу, что у него есть точность на героя. Просто развалили. То есть герои прокачаны на точность, либо там стоит что-то, но нету воодушек. Попадают и, блин, я вот... А чё я вышел? Мы ж можем на него еще понападать. Вот ради интереса давайте сделаем так, чтобы вы просто приблизительно понимали, что может герой, что не может в сравнении с другими героями. Тут у него некому снять ограничения с моего урника. Вот то же самое, то есть отлетает. А, у него, кстати, стоят новые эти. Новая чара стоит. То есть блокировка сразу же. Шутали. Давайте так, ворожей. Ворожей мой с уклонениями. Тоже очень быстро отлетает. Так, хранителя подкинем. Ну вот, если есть точность хорошая, а на вашем герое нет уклонения, то, конечно, попадают. Вот даже по ворожаемому с уклонениями. Ну, у него тоже, видимо, на точность зарулили. Но большинство делает с уклонениями, они просто миссуют. Попробуем вот такой вот вариант. Я надеюсь, они дальше забегут. Да, блокировка, кстати, очень круто смотрится. Смотрите, блокирует. Чарка очень крутая по локациям. А, это Барт у меня резнул, блин. Тут же опять же, как вы понимаете, надо найти золотую какую-то середину, чтобы герой и дамажил, и жил нормально. То есть сейчас у нас чисто тефный такой вариант. Мы пойдем сейчас на ПВП по локации, надеюсь, мы кого-то встретим. Смотрите, даже Бартман проседает неплохо. Вот это, скорее всего, новая чара, она реально офигенная. Ну, мы достанем ее, используем. Вот, наконец-то слили. Вот, 3 минуты прошло. Почти. Такс. Хорошо, с этим разобрались. Поехали поищем где-то героев так, чтобы они стояли раздельно. Так, есть, отлично. Рея, Космос, Стрелок. Попадают. Вот видно, что Зефир очень круто попадает. Это при том, что у меня, то, о чем я говорил, что дофига точности, но не хватает немножко уклона. Если я ее пересобираю с уклонения, это будет 6. Так, где там наши статки?
Вот видите, уклонение 11 тысяч на сегодня, это по сути, ну, ни о чем. Если взять вот 11 тысяч, она просто с уклоном наролена. То есть на ней просто нет уклона. Если мы наролим уклон, то у нас получится приблизительно плюс супер питомец, там дофигища уклона. Плюс 6 тысяч, там 1017. А вот тогда по герою реально будет сложно попасть. Но опять же, дафный вариант надо будет посмотреть. Ну вот, кстати. Интересно, кто кого. Вот тут еще, тут у нас все уже дамажат. Мы, кстати, на него нападали. Вот Зефир. Ворожей дамажит. Землеройка. Фрея. И Мэри. И вот вам пример. Это у нас стоит герой, заточенный на точность, на попадание. Понятно, она будет сейчас фокусироваться на голубях, то есть минус, я сказал, по сравнению с Мэри, чем Мэри лучше, она бьет по всей зоне. Этот герой наносит дамаг одному герою. Но они ее практически, ну, не могут слить. Я не знаю, выпущу сейчас сюда ворожея. Давайте так начнем, вот так вот. Ну так, чтобы вы понимали. Сейчас подальше выпущу возле... Тут выпустим огника просто. Вот посмотрите, что с огником делается. Ему говорят до свидания просто. Выпустим оккультиста. Тоже сливается очень быстро. Я не помню, надо посмотреть, чем он у меня там вообще стоит. Сейчас мы глянем, какая прокачка. Ну, проседает жестко оккультист. Он дает подхилеты, это 100%, хотя я смотрю, тоже проседает. Но шанс слить очень хороший, если бы они все дамажили их. Но это она на сравнение, вот вам пример, сравнение с оккультистом. То есть ее реально тоже будет очень сложно убить в такой сборке. Не добьют их. Я гляну, какой там у меня оккультист. Истинная вера, вот видите, и этот. Так, хорошо, с таким вариантом мы протестировали. Давайте попробуем вариант вот тоже с истинной верой. Давайте даже тоже десятку поставим. Зефир просто отлетает. Это жесть. Ну, видите, уже, ну, так относительно не хватает дамага. То есть у нас герой собран
уже под дефный вариант, хотя все равно наполовину проседает. Дальше, конечно, отхил у нас идет. У нас тут еще есть лисица бьет. А, бард. Вот. За счет барда он живет. Давайте поищем другие варианты. Просто жесть какая-то, реально, а не герой. Посмотрите на отхил. Ну вот то, о чем я говорил, сейчас, по сути, зависнет на оккультисте и все. И дальше уже все герои, которые подбегут, будут сливать. Вот заблочило. Конечно, блочка есть, но блочку мы сейчас посмотрим на PvP-локациях. Сейчас я еще хочу тестануть такой вариант против топов. Пробуем против лисички. Не, проседает. Все-таки. Хотя вот хил идет. Тоже неплохой. Он у нас причем увеличенный. Видите, лис все-таки задевает. Да, немножко не то. Поехали на PvP локации. Надо попробовать будет сборку с уклонением, когда по герою не будут попадать. Это будет самый, конечно, трэш. Но я вам скажу так, не всегда надо, чтобы у героя было дофига уклонения. Это уже из практики. На сегодня я уже перетестировал дофига всего, и некоторых героев надо собирать на точность. Вот у меня Зефир собран на точность, этот герой собран на точность, и я не знаю, буду ли я менять на уклонение. Возможно, сделаю другую, посмотрим. Но пока вот с точностью она мне больше заходит против других топов, потому что благодаря точности я могу по ним попасть и их слить. Так, теперь такой вот вариант. Идем на самое интересное. Арена. Вот тут у меня, конечно, веселые топы. Ничего не скажешь. Ну вот видите, она не бьет, например, Мэри в данном случае круче была бы, она бы дамажила по всем. Это же все-таки дамажит по одной цели. Ну вот посмотрите, ускорение бешеное просто. На ускорении, конечно, она просто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хотел предыдущего напасть, там была Фрея. Смотри. Тут у нас ремочный вариант. Вот, то есть минус уже, который вы видите, я вижу, это то, что одна цель, и, конечно, это такое. Но плюс она то делает свой скилл по всем героям. Вот, она их всех обездвижила, ну и, соответственно, в тиме это будет офигенно просто. Вот видите, сразу сработало, и получается, дальности не хватает, и ремка, по сути, вот сейчас бессмысленна. Потому что срабатывание у нас получается сразу же, она активируется, но она включает свою форму, ее сложно слить, но не срабатывает вот это вот ее скилл на обездвиживание. То есть на PvP-локациях надо будет ее ставить, скорее всего, если вы хотите ремочную, чтобы сразу включалась первую линию. Чтобы она их обездвижила. Ладно. Поехали сюда.
Наверное, у нас противников сейчас топовых не будет. Вот сработка пошла. Просто Фрея для этого героя можно ставить, знаете, в одну пачку против Фреи ее, там другую всех остальных. Третью Мэри поставить, и будут не страшные. Я надеюсь, сейчас найдем какого-то более-менее топового противника, интересного. Отражалка. Интересно. Не страшно. Отражалка в такой сборке уже более-менее терпима, конечно. В предыдущей сборке я показал, она просто тупо сливается. Вот видите, даже этих убить очень сложно убивать. Вон она там дамажит. Вот она не сливается. Это на нее заморозку закидывает. Вот командорка. Тоже, как ее обезвредить? Вот, пожалуйста, заморозка через раз и все. И она нифига не может сделать обычным героем. Вот так вот. Вот вам тоже лайфхак. Как ее обезвредить? Ну, это опять же, это здесь по локации 1 против 5, когда будет 5 на 5. Это мы тоже протестируем. Так, ну что, мы встретим какого-то огника или нет? Ну, встретим. То есть, минусы данного героя одна цель. Но, если включается... Очень круто. Да. Надо как-то себя заставить фармить каждый раз. Нифига себе. Наверное, какие-то, я не знаю, попадают. Прям так проседать начало. Можно ее заспамить. Та же самая вот Фрея, пожалуйста. Она подкидывает голубей. Это их бьет, а остальных не достает. Тоже, тоже интересная тема. Не слила. А Мэри бы их просто расшатала всех. Ну, Мэри, опять же, разные вариации. Посмотрим, что в других локациях. Бабуля собрана на максимальную атаку, просто с плюхи сливается. Такс. Вот тут такое. Поехали, я хочу еще протестировать сразу же на поддугу на своего твинка. Так, сейчас побежит к оккультисту. Ну, она явно его не сольет в такой сборке. Без варианта тут даже пробовать не надо. Поехали посмотреть на Зефире. Зефир просто получает максимальную порцию. Сейчас еще смотр активировал.
Ну, это все. Зефир такого героя однозначно не сольет уже. Он проседает сам. Видите, тоже миссует. Надо больше уклонения поставить, тогда вообще будет изи. Но уже не настолько быстро сливает. То есть тут надо еще, возможно, поставить эмблемку другую. Ну, то есть это все, опять же, все надо настраивать под локацию. Ну, дафный вариант, конечно. Отхил есть, иммунитеты есть. Дамаг, в принципе, тоже есть. Но надо ставить сюда что-то на дамаг хорошее. Так, хорошо, сейчас поменяем суперпэта немножко. Вернемся к нашему варианту. Римку уберем, поставим ПДшку. Ну, то есть это такой вариант, самый оптимальный будет. Дамаг, защита от отражалки, спи, что еще надо, и усиление от хила, вот это, наверное, будет для меня самая оптимальная сборка. То есть тут разносится на ура. Огник здесь ОЗ-шка плюс СО. То есть такой довольно-таки хороший дафный вариант. Ну, тоже по чуть-чуть отлетает. Но все равно не то, что было с дамажной прокачкой, которую я вам показывал. Видно, что уже не то. Но по дафу без проблем. Это без уклонений. То есть, если с уклонами, это бард номер 2. Ну, относительно. Просто налегке разбирает. Ну, тут не убьет. В общем, ребят, такой вот тест. Вот что у нас получилось в итоге. Ну, не знаю. Пока такой окончательный вариант до того, как я выбью либо вторую, либо, не знаю, может, поставлю уклонение. Посмотрим, как меня заклинит. Надо потестировать будет еще. Я за один день не могу вам все протестировать на других локациях. Но такая вот сборка, как по мне, реально очень крутая. Ничего больше не надо. Этого должно хватать даже на PvP локации. Так, что тут у нас лисичка? Заденут, заденут. Надо уклон. С уклонением будет вообще жарко. Для этого есть у вас вот эти герои. Выпустили вот эту троицу плюс этот герой, и все просто изи будет. Вы не сольете божество, ну уже я не знаю, там какая должна быть бешеная точность, чтобы слить. Вот, пожалуйста. Так, огник где-то отлетел. Сейчас отлетит. И лис, отлетит лис, нам будет намного проще слить зефира. Отражалки, короче, тащит. Однозначно дефный вариант будет топчик. Плюс, чтобы не сливалась ПДшку. Ну, опять же, все ставится под локацию. Давайте добивайте уже эту лису.
что никак не могут разойтись, короче. Вот, теперь по изи. А теперь намного проще все будет. Если кто-то так хилит. А, там еще бард есть. Не думаю, что. Ну вот, все, зефир. Зефир отлетел. Видите, ворожай. Вот ворожая на роли на максимум уклонения, он бегает. То есть надо уклонение сделать больше, чем у ворожая, и тогда этому герою вообще нереально будет достать. С лисица сольется на отражалках. Вот на лисицу надо ставить подашку однозначно. Посмотрите, что делается с лисой. Тут еще смотр дамажит, конечно. Но вот эти вот стоят. То есть вот, наконец-то, лисица перестала. Надо больше уклонения. То есть герой с уклонением, плюс такая сборка, это будет просто мега-вау. Отхилы. Все, что хочешь, короче. Все, что хочешь есть. Задамажит и не смогут, думаю, любого героя. Все, лисички нету, сейчас будет. Начнется. А, мой бард. Вот смотрите, что сейчас будет с огником. Я надеюсь. Но у нас не дамажная сборка. Но зато у нас бафы есть. Я все-таки хилит себя, успевает. Видите, не хватает, в данном случае уже не хватает дамага. Попробуй, короче, найти оптимальный вариант. Ну, в любом случае, мы будем его искать. Я пока остановлюсь на таком варианте. Буду дальше тестировать. Пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, какие сборки хотите увидеть. Всем удачи. Всем пока.